Всем-всем привет! Сейчас у нас самая главная посылка. Это та-та-та-та-та-та-та-та-там-там-там-там-та-там. Это у нас гитара. Гитара из Китая. С сайта AliExpress. Шла она примерно дней 35. Вот, в общем-то, дошла. Не знаю, что, как. Сейчас давайте вскроем и посмотрим. Вот так вот. Это, наверное, самая была долгожданная посылочка у нас. Так, будем рвать, будем мародерствовать. Мне надо побыстрее. Вот она очень-очень маленькая. Вот такая и очень что-то она вмятая прямо. Вот видим. Вот такая вот. Гитара для карликов я, наверное, это видео назову. Вот. Но это, скорее всего, это мини-гитара такая, как у продавца написано. И, по-моему, ее вскрывали. Потому что скотч некачественно наклеенный. Вот, ну сейчас мы посмотрим, разберемся. Давай. Вот такая вот у нас гитара. Так, расцветка мне уже нравится, но я не знаю, как она выглядит. Так, давайте, давайте, давайте. Уходи, уходи. Оули щит. Я уже думаю. Так, мне ее нужно настроить, да, я так понимаю. Потому что, видите, струны не натянуты. Ну сейчас я настрою вот такая вот, в принципе, гитарка и вам сыграю что-нибудь. Все, давайте не отключаем. Это будет, наверное, кому-то будет интересно, как я настраиваю гитару. Думаю, кто-то еще захочет купить. И для этого нужно будет полностью струны открутить от грива. От грифа. Вот. И потом заново все натягивается. Потому что если у вас руки через жопу растут, и вы не музыкант, как я, хотя бы начинающий, то у вас ни хрена не получится. Вот. Нужно делать все заново, как говорится. Но так ты вставляйся. Вот видите, я камеру включу. Вот я уже две струны сделал. Сейчас их надо только будет потом настроить. Вот. Черт возьми. Вот все воткнул. Так, продеваем. Ну это в принципе не очень трудно. Но это муторно. Вот. Это очень муторно. Ау. Вот, закручиваем. Главное, чтобы струна нормально пошла. Видите? Чего-то она у меня оторвалась, да? Или нет? Нет, все окей. Еще хреново держит вообще колки. Вообще ужасно. Вообще ужасно. Ну это знаете, это даже мини-гитара такая. Чисто так вот для декора. Комнаты. На ней поиграть, ну, в принципе, что-то на ней сыграть. Ну, так побаловаться можно. А играю я на электрогитаре. Это чисто так для прикола. Сейчас будет продолжение, сейчас и полностью у нас. Все, ребятки, я разобрался с гитарой, накрутил струны. И, конечно, не без помощи отверточки. В комментариях у продавца указано, ой, гитара говно там. Это гитара... струны дерьмо. Так надо уметь накрутить правильно. Я сам не профессионал, я играю только 3-4 года на гитаре. Вот у меня электрогитара здесь стоит. Так нужно понимать башкой, что нужно подкрутить, нужно вот видите вот эти вот, да, нужно отверточкой урегулировать, и у вас не будут еще ее надо настраивать, не будут струны у вас слетать. Это же все элементарно просто. Вот. Я вот обязательно вот это вот видео опубликую еще на AliExpress. Ну, то есть, ссылочку дам в комментариях. Сейчас я настрою и вам все покажу. Просто идиоты покупают гитары, думают, ага, им все сделают. Нет, конечно. Гитары вообще идут. Ну, вот она вот мне нравится, она неплохая. Она, в принципе, сделана. Правда, она вот эта вот херовинка отваливается. Ну, типа, это ничего страшного, я думаю.
На 4 балла она тянет. 530 рублей, напоминаю, цена. Да, ну где вы в России вот такую вот мини-гитару, вы считаете, можете ее в поход взять с собой, да, там. Она не профессиональная, конечно, ее на профессиональную музыку не возьмешь, но в походах это будет круто. Потрындеть, это же круто, вы че, ребят. Если вы не понимаете, как, конечно, накручивать, я тоже не первый раз уже накручиваю, да, и своей гитаре я менял струны сам лично. Конечно, я первый раз я запорол все струны, но второй раз, вот, нужно только ее сейчас настроить, сейчас я настрою и будем играть. Все, очень длинный обзор, да, но не нашел я программки для настройки гитары, а на слух у меня медведь на ухо наступил. Так что будем ловить, да, детка? Я на севере была, золото копала, если б не моя пизда, с голоду пропала. Я приехал, я сосала дайча у Ивана Савича. На вид холененький, а на вкус солененький. Ух! Я обязательно найду программку, настрою, и будем мы нормально долбиться. Все, всем пока, ставим лайки, подписываемся на канал, нет, я не дурак, и участвуем в розыгрыше. Всем пока.